Здравствуйте, Зоя. Добрый день, Василий. Здравствуйте, уважаемые зрители Эрмитаж Онлайн. Сегодня мы начинаем первую встречу в цикле встреч, приуроченных к открытию выставки «Линия Рафаэля 1520-2020», которая откроется вот уже скоро, 7 декабря этого года. И этот цикл встреч мы называем «Диалоги о Рафаэле», потому что и саму выставку мы определяем, ее жанр, выставка-диалог, потому что выставка «Линия Рафаэля» посвящена не столько самому Рафаэлю, хотя его произведения там будут, но влиянию Рафаэля на искусство с момента его смерти и до наших дней, и, соответственно, разным диалогам разных художников с Рафаэлем, как они его воспринимали, трактовали, почитали, отвергали и так далее, как они с ним общались и находились в диалоге. И вот этот цикл встреч, он будет посвящен как раз разным экспонатам этой выставки. В диалоге с специалистами мы будем рассказывать вам о них, чтобы уже придя на выставку, вы о них больше знали. Первый диалог мы решили провести с Зоей, как два куратора выставки «Линия Рафаэля». Она диалогична даже в составе кураторов. Не один автор, а два. И начинаем мы с двух художников, тоже необычно, в следующих эфирах в основном будет по одному, Кареджо и Джулио Романо. И начинаем мы из довольно необычного места, как может показаться. Где же мы находимся? А мы находимся в здании старого Эрмитажа, недалеко по соседству, рядом с залом Леонардо да Винчи. И находимся мы непосредственно в окружении произведений, которые созданы были под впечатлением от работ, от творчества Леонардо да Винчи. Часто мы говорим, это леонардески, это художники, последователи, ученики, те, кто вдохновлялся, коллеги, на кого произвел впечатление Леонардо своими произведениями. И не случайно выбрали это место, потому что даже у нас возникает диалог или спор, что же здесь у Кареджо, чего же здесь больше, Леонардо или Рафаэля? И мы находимся с вами перед портретом Антонио Алегри, Кареджо, который принято именовать женский портрет, поскольку существует несколько версий, кто же здесь изображен. Вы видите, модель представлена на фоне дерева, дерево обвито плющом, что символизирует вечную любовь, преданность. Она под сенью лавра, и мы можем с вами предположить, что это, вероятно, поэтесса. У нее несколько необычное, довольно строгое, сдержанное по цветовой гамме платье. Платье это напоминает францисканскую ризу. И все эти элементы дают возможность искать нам героиню, главного персонажа. Конечно, существует мнение, что вы видите, героиня держит чашу, это может быть Лукреция Борджа, есть такое мнение, в частности, Александр Бенуа предполагал, но неважно. Отравительница. Отравительница. Да, что это отравительница. Вот эта чаша привлекает внимание. Дело в том, что здесь есть надпись на греческом, и эта надпись как бы обрезана, она неполная, и существует предположение, Эрнест Либгард, хранитель картинной галереи начала 20 века, он предположил, что эта фраза из «Одиссеи» Гомера, и это перед нами дама в образе Елены, которая подсыпала снадобье Телемаху, и опять же начинаем мы с вами говорить о том, что здесь, наверное, что-то связано со смертью или забвением. Ну и несколько существует версий, кто изображен, кроме Лукреции Борджи. Вероятно, это может быть Вероника Гамбара, супруга правителя города Кареджо, либо это может быть Джиневра Рангоне, супруга правителя также Кареджо, Джанглиаццо, да, Кареджо, которая стала вдовой, ей было 30 лет, в 1517 году она вдовела, собственно, вот эта версия сейчас наиболее принята, и вы видите, что эта героиня представлена, во-первых, в монашеской такой в скорбной одежде. Она скорбит, возможно, по ушедшему супругу. И она в образе Елены.
и находится на фоне такого совершенно фантастического, я бы сказала, космического пейзажа, каких-то далей, которые очень напоминают пейзажи Леонардо да Винчи и, в частности, знаменитую Джоконду. И обратите внимание, в какой позе представлена героиня. Собственно, это и дает повод сказать о том, что Кареджо в первую очередь смотрел на Леонардо да Винчи. Интересное заявление, что он смотрел на Леонардо да Винчи, мы к нему еще вернемся. А, в общем, именно поэтому Кареджо находится в зале Леонардесков. Он не был учеником Леонардо, никогда с ним не встречался, надо это утвердить. Но считается, что испытал его влияние. И в частности, вот в этом портрете усматривают влияние, да, Джоконды. А почему же мы берем ее на выставку Рафаэля? Про влияние Рафаэля, совсем другого художника. Я хочу сказать, что мне кажется, что Кареджо никогда не видел Джоконду Леонардо да Винчи. Где он мог ее увидеть? Ну, он мог ее увидеть, ну, во-первых, он мог ее увидеть в копиях, которые существовали в большом количестве в начале XVI века, и в том числе они были в Риме. Во-вторых, мы находимся в окружении последователей Леонардо да Винчи, достаточно взглянуть на Донну Нуда, которая обнажена, но тем не менее она повторяет это же положение. Ну, а вспомните более поздние портреты Бронзино, Элеонора Толецкая, ведь она тоже в позе Джоконды, и это вот такая главная линия леонардеск. Согласен, что, конечно, опосредованное влияние могло быть, но видеть Джоконду он, скорее всего, не мог. А вот видеть Рафаэля он вполне себе мог. Хотя, конечно, тоже тут достаточно зыбкая почва, но большинство исследователей сходится в том, что около 1517 года он посетил Рим, где в это время жил, здравствовал и работал Рафаэль. И вот этот наш замечательный портрет как раз датируется 18-19 годами. То есть это время сразу после возвращения из этой поездки. О ней нет документальных сведений. О том, что она вообще существовала, заключают по тому, что просто очевидное влияние римских работ разных художников на в произведениях Кареджо вот этого времени после поездки в Рим. Поэтому Джоконду он видеть не мог, но он точно видел какие-то произведения Рафаэля. В частности, он вполне мог видеть Донну Вилату, знаменитую картину Рафаэля, которая, как считается, традиционно изображает Форнарину, его возлюбленную. Но самое интересное, что мы тут с Зоей совершенно не противоречим друг другу, потому что Донна Вилата, как и другие портреты Рафаэля, создавалась ведь под влиянием той же самой Джоконды, которую как раз Рафаэль-то видел. И мы точно знаем, что она видела, поскольку есть рисунок Рафаэля с Джоконды. Но рисунок Рафаэля, вы имеете в виду, конечно, даму с единорогом. Портрет, который находится в Боргезе. Нет, ведь он тоже фактически скопирован. Есть и рисунок просто пером по бумаге. Да, там еще он с двумя колоннами по бокам. Что свидетельствует? Что свидетельствует о том, что он раннюю версию копировал. Это отдельный увлекательный сюжет. Видел то, видел все. А все-таки почему эта работа у нас на выставке? Вообще вот, Зоя, вы вообще, может быть, не согласны? Может быть, еще есть у нас время ее изъять из выставки? Но мне кажется, что для Рафаэля как-то менее было... Он использовал образы, которые фактически можно было легко читать. В образах Рафаэля оставалось очень мало загадки. Но он более прямолинейный, он более понятный, он классический, легко читаемый. Здесь же присутствует некоторая загадка, начиная от того, кто персонаж, и заканчивая тем, а что же эта героиня нам говорит. И это все-таки леонардеск. Ну, это еще и Кареджо сам по себе, который художник очень такой чувственный и склонный к, да, к некой загадочности. Загадочность не закреплена за Леонардо как, значит, единственным правообладателем. На мой взгляд, вот в пластике этой фигуры, даже колорите портрета, ну, вообще во всем облике есть вот эта величавая классичность Рафаэля и вместе с тем его такая скрытая чувственность. То есть именно это берет от Рафаэля вот эту его такую человечность, что ли. Вот у Леонардо да Винчи все-таки все персонажи, они инопланетяне, недаром их
его самого так и называют. У Рафаэля это люди, да, изображенные очень возвышенно и высоко, но это люди. И то, что вот в Доне Вилате видят его возлюбленную, это не случайно. Потому что не хочется видеть его возлюбленную, поскольку он пишет ее как влюбленный. Дальше можно там разные доводы за и против приводить, такие рациональные, и они есть, в общем, там и за и против. Но главное, что вот сам образ, он такой прочувствованный. Мне кажется, что в контексте с теми произведениями, которые окажутся на выставке, это и Джулио Романо, и Дава за туалетом, и, конечно, Куро, который приедет к нам из Лувра, девушка жемчужины. И вот таким образом уже начинает действительно завязываться диалог, и тогда очень, очень хорошо это заметно. Но когда находишься в зале Леонардо или в зале последователей этого мастера, то хочется отойти назад. Ну, можно, да, разные... в разных зеркалах смотреть на эту картину. Ну, я даже что хотел сказать вот еще, что вот Зоя замечательно перечислила множество значимых деталей в этой, говорящих деталей в этой картине, да, но на самом деле, глядя на нее, вы совершенно их не замечаете, они не бросаются в глаза. Вам не кажется, что это некий ребус, который вам надо отгадывать? И вот вы не, вам не кажется, что этот лавр, он как он должен что-то значить? Нет, если вы просто подойдете к этой картине вот с открытыми глазами, да, без предварительного знания, вы будете смотреть просто как на портрет. Ну да, почему-то у нее там этот чашка в руках, ну, она не бросается в глаза. Тут вот человек важнее, чем вот все эти, человеческий образ важнее, чем все эти мелкие подробности. Человечность и чувственность — это именно то, что от Рафаэля взяли флорентийцы, на мой взгляд, флорентийские манеристы и художники Эмили Романи, как Кареджи. Да, то есть все, что к северу от Рима. В самом же Риме от Рафаэля брали нечто совершенно другое и диаметрально противоположное. А в Риме, собственно, жил сам Рафаэль, и там была его школа. И они от него хотели вот чего-то такого рационального, античного. Там было очень важно вот все эти античные реминисценции, которые есть у Рафаэля. И возвышенного, но возвышенного в таком смысле скорее властном, да, величественного. Вот такая величественная античная стилистика. Вот это видели в Рафаэле в Риме. А чувственность и человечность, прямо противоположная властности и такой холодной стильности, видели в Эмилии Романи и Флоренции. И как раз на выставке у нас интересно, что вот эти две, эта работа, она будет как раз на той стене, на левой стене зала. Тут это как левые и правые в политике. Левые флорентийцы и художники Эмилии Романи, в центре главной работой, как бы, вот этой группы будет как раз Кареджа. И напротив, на правой римской стене, глаза в глаза этой даме будет смотреть другая дама, а именно Форнарина Джулио Романо. Джулио Романо – это главный ученик Рафаэля, римский художник, он, собственно, Джулио Романо. Он даже в имени римскости его заключено, поскольку он в Риме родился. Интересно, что она тоже восходит к портрету Рафаэля, который также считается портретом той самой Форнарины, второму портрету, да, обнаженному. Как вот у Леонардо есть обнаженная Джоконда и одетая, так и у Рафаэля есть Форнарина одетая и обнаженная, как считается. И там все другое. Там тоже есть масса вот этих символических деталей, но они вот именно что выпирают, и они выглядят как ребус, и, кстати, их до сих пор не разгадали. И она вся такая холодная, какая-то совершенно нечеловечная, даже непонятно, портрет это или аллегория. Кажется, что это аллегория. Здесь хочется найти именно, кто изображен. Нет сомнений, что это конкретный человек, конкретная модель. То у Джулио Романо кажется, что, может быть, это просто аллегория там, любви или чего-то. При этом интересно, что она полностью обнажена и совершенно
антиэротично. Такого нет. Да, а здесь дама одета, но намного более чувственно, чем вот эта холодная Мегера Джулия Романы. Вот такие два взгляда на Рафаэля. Ну, мы затронули такую важную тему, мастерскую Рафаэля, Рим, Джулио Романо, один из самый любимый ученик Рафаэля, наследник его мастерской, наследник его творчества. И в нашей коллекции есть еще одно произведение, которое мы видели на протяжении многих лет на экспозиции Эрмитажа. Сейчас оно исчезло, поскольку находится в реставрационной мастерской, и это повод поговорить уже совершенно о другой стороне медали творчества Рафаэля, о линии, другой линии, о которой мы говорим как противоположность Корреджо. То есть мы сейчас посмотрим на Джулио Романо, да, которого никто которого не пока, видел таким. Да, пока мы пойдем сейчас скорее. Логотип Феррари у нас может лошадка? Быть, да. Ну, то есть это, можно сказать, прототип. Да, и потом зал лошадей, который Джулио Романо написал вот в Палаццо Те, да, это потому что, как если бы он зал Феррари, Ламборгини и всего остального. Тут мои машинки, тут мои лошади.